Ни для кого не секрет, что лед любит сильно. Чтобы стать чемпионом и добиться успеха в танцах на льду, нужно не бояться шишек и синяков. Но это спорт, это сознательный выбор самого человека. Но как быть, когда перед выбором ставит сама жизнь, посылает кому-то тяжелую болезнь? Особенно если ты ребенок, на лечение которого у семьи нет таких больших денег. Здесь, как в спорте, очень важно вовремя протянуть руку помощи, подбодрить, поддержать. Только накануне кубок и даже не олимпийская медаль. Ребенок борется за свою жизнь. Вдумайтесь в эти слова. Включите Пятый канал в четверг, чтобы принять участие в акции «День добрых дел». Отправьте хотя бы одно сообщение на короткий номер фонда. Мы сумеем победить, если будем вместе. Нашей победой станет целая жизнь для ребенка. День добрых дел на Пятом. Каждый четверг.